такое движение сделать. Вы все равно делаете не просто, а вот, вот отсюда это должно, от сердца идти, всегда, каждый раз. Даже какие-то банальные вещи, даже на классе, на тренировке разминка, она все равно делается от души. И когда вы будете каждый раз прорабатывать вот это включение эмоций, то есть заставлять себя эмоционировать на банальных вещах, вы потом поймете, что вы выходите на сцену, вам не надо себя... Так, здесь я должна улыбнуться. Нет, у вас будет идти автоматом и от души действительно. И вот тогда вы поймете, что и вы больше кайфуете от себя на сцене. А для меня это самое важное. Для меня самое важное, чтобы человек вышел со сцены и понял, что, блин, я не знаю, как это было, но мне было в кайф. Вот для меня это правда важно. И люди также вас воспримут. Я не знаю, как это было, но это было кайфово. Понимаете? Вот поэтому я сейчас только вам говорю именно эмоции. Потому что техника... Ну, мы с вами за 2 часа не сделаем идеальную технику, если ее не было, да? У вас есть тренировки в зале, где вы ее наработаете. Хореография, ну, я сомневаюсь, что вы сейчас, если вы ее вызубрите идеально, послезавтра, не сняв видео, станцуете ее в том же виде, в котором она есть. Вы все равно должны будете снять видео, должны будете посмотреть каждый акцент. Это все нарабатывается со временем. За 2 часа мы не научимся. А вот получить удовольствие от того, что вы сейчас делаете, вы можете только здесь и сейчас, а не через 5 дней в зале. Понятно? Поэтому вот сейчас танцуйте каждый раз в кайф. Даже если вы забываете, даже если что-то не получается, все равно это должно быть в удовольствии. Договорились?